Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут, как вы знаете, Олег Алав Гудвин. Я великий популяризатор массажных технологий и других телесно-ориентированных практик на всем пространстве русскоязычного интернета. Меня зовут Злата. Злата, да. Да, и у меня возникают такие вопросы. Значит, многие женщины сейчас, к сожалению своему, ходят с кислыми лицами, опустошенные и не знающие, как бы привлечь в свою жизнь счастье, любовь, радость, деньги, ну и, соответственно, прекрасного принца. О, это самый важный вопрос. Да. И хотелось бы вот у вас, как у специалиста, узнать, да, вот вы занимаетесь энергетическими практиками, помогаете людям, там, делаете энергетический массаж. А да, кому, собственно, вы делаете энергетический массаж? Ну, как правило, девушкам, потому что они как бы там больше понимают. Мужчины там все в бизнесе, там в делах, они как более закомплексованные. Хотя, а вот есть ли какие-то показания для того, чтобы делать этот энергетический массаж? Да нет, какие показания, все можно. Хорошо. А что вот, например, мне как женщине по результату может дать этот энергетический массаж? Сейчас расскажу. Немножко про прошлый вопрос. Показания, мне показалось, противопоказания. Противопоказания, конечно, нет. А показания, да, это вот то, как раз о чем ты спросила. Это востребованность, да, женщины в этом мире. Угу. Это некоторое раскрытие творческих талантов. Это где-то карьерный рост, да. Это где-то гармонические отношения с противоположным полом. Это раскрытие сексуальности. Это, ну, вообще, весь человек счастлив тогда, когда он гармоничен со всем окружающим миром. Угу. Когда есть какая-то нестыковка, да, вот он начинает себя угнетать. А тогда вот последуется следующий вопрос. Как вы считаете, почему женщины настолько несексуальны сейчас? Они, ну, как сказать, не могут привлечь в свою жизнь мужчину. Почему? Вот, может быть, что-то с энергетикой не так, или что-то надо подкорректировать, или практики какие-то поделать. Вот-вот, Злата, ты прямо сказала правильно, потому что у тебя ответ кроется в вопросе. Как бы девушка ни одевалась, это сексуально на первый взгляд. Да, мужчина клюет глазами, ну, это мы знаем все, да? Но ведь не только это притягивает. Да? Когда он с ней разговорится, уже понимает, что что-то не то. Либо нехватка каких-то знаний, терминологии, да? Но мы сейчас не будем эту тему касаться, да? А как же, подождите, Олег, а как же знаменитое высказывание о том, что тупая блондинка всегда прекрасна и привлекательна для мужчин? Всегда прекрасна, а дальше не договаривают. До поры до времени. Потом он с ней наиграется, как с куклой, а потом бросит. А, то есть вот так, да? Конечно. А все-таки энергетика для женщины тоже очень важна. Конечно, очень важна. Так. Особенно если это длительные отношения планируются, да, так это вообще тем более. Потому что, сколько я знаю мужчин, они мне жалуются. Вот там прошло там, 5-й год после женитьбы, да, угу. Ну не о чем с ним поговорить, ну вот нет общих интересов, ну вот мы как-то расходимся как в две разные стороны, в разных комнатах спим даже. Угу. Вот даже до такого доходит. Ну, а женщина при этом, получается, чувствует себя и ненужной, и неважной. Да, да. Соответственно, она все грехи цепляет на себя и тоже все усугубляется. Угу. Ну и там, в общем-то, происходят такие выражения, что все мужчины такие, да, а женщины такие. В общем-то. Да, вот я просто хотел сказать про энергетическую составляющую. Ведь по сути наше тело, ну, все мы знаем, что психосоматически мы влияем психически на свое тело, да? Ну, есть такое выражение расхожее, все болезни от нервов, да? Да. Вот, ну, каких нервов имеется в виду? Это не тех нервов, которые нервная система у нас, да? Хотя это тоже. А это нервов нашей психики. То есть психоэмоциональный фон напрямую влияет на наше тело. И вот как вот иногда про женщин говорят, ну, психологи, сейчас тоже в народ пошло, вот, недотраханная идет. Потому что это, извини меня, но видно по фигуре, по эмоциям, по некоторой злости, ярости, да? А по сути, это энергетика женщины передает вот такое состояние. Да, да, то да, есть, да, да. Чувствуется, что у женщины нехватка чего-то в жизни. Ну, вот, сексуальных, там, я не знаю, партнеров. Ты правильно показываешь, да. Это вибрация. Это вибрация. У нас вибрируют чакры внутри нашего организма. И чакры, и не только чакры, даже наши внутренние органы вибрируют, вообще каждая клеточка вибрирует. И эта клеточка, любая вибрация, она передает код некоторый от нас
в окружающую среду и из окружающей среды к нам. И, соответственно, вот если психосоматически у нас проблемы лежат, ложатся прям чисто физически, да? То есть это выражается в искажении или неправильной работы органов, да? Или, например, как-то спина начинает болеть, там у кого-то поясница, у кого-то руки, голова, тело. Ну, да, то есть это в тело, да, переходит? Это переход в тело. Ну, вот есть просто зоны. Здесь под черепом это зона мнительности. Человек слишком мнителен про себя. Если там вот мы про девушек сейчас в основном говорим, да? Давай тогда эту тему остановимся. Получается, что если она недовольна отношениями в семье, да, у нее начинает болеть верхняя часть шеи, диатлант. Они, если мышцы перекошены бывают, да, одна расслаблена с одной стороны, другая напряжена, сворачивается позвонок атлант. А это нарушение кровообращения в мозг идет. Да? И вот просто эмоционально она себя как-то угнетает, и это уже сразу на мозг влияет, напрямую, представляешь? Да. А далее, вот сюда... на себе не показывают, на плечи кладутся проблемы наших страхов. За лопатками у нас зона переживания нерешенных проблем. Опять же, тоже в семье, может быть, долго что-то, вот они не могут найти какой-то контакт, да, какое-то решение. И вот там складывается. Где поясница, область почек, желчного пузыря, там зона накопления злости. Если мы на кого-то особенно невыявленную злость погубили в себе, то вот получается такие вот выражения, там, он у меня в печенках сидит, там, да, или вот язвенный человек, язва, да, это напрямую сказывается на внутренних органах, так что даже желчный сок, он течет по пищеводу вверх, представляете, нарушения страшные. А вот тогда последует следующий вопрос, то есть, по сути, есть такое выражение, да, что гармония, она состоит из души, духа и тела. Вот, а вы, Олег, получается, сейчас говорите о том, что все наши там, какие-то психоэмоциональные неудовлетворения от жизни, да, у женщин, вот, так как мы женщины существа нежные и восприимчивые, да, очень хрупкие, да, и нам нужны сильные руки, и не только, вот, значит, нужно работать не только со своим телом, да, не только со своим... там, я не знаю, со своим мозгом, да, со своими эмоциями, но и со своей энергетикой. А вот вопрос такой последует у меня. Скажите, если есть в теле какой-то зажим, да, вот этот зажим, допустим, если вот вы показываете там за шеей, да, где-то где атлант, если есть зажим в теле, отражается ли он зажимом непосредственно в энергетическом теле? Безусловно, отражается. Это работает как изнутри наружу, так и снаружи внутрь. Если какой-то есть спазм на внутренних органах, да, он может тянуть позвоночник, перетягивать, и даже позвоночник, позвонок разворачивается. То есть это если энергетический уровень или энергетический зажим какой-то происходит у человека, то это и на теле автоматически отражается. Да. Но сейчас я рассказываю от тела на энергию, вот как так влияет. Хорошо, то есть позвонок развернулся. Проходимость энергетического канала, мы знаем, что 7 первых этих основных чакр, они по позвоночнику расположены, да, вертикально, уже нарушена, значит, энергетика пошла куда-то в бок, выходит через плечо или через там, почки, то есть до верха не доходит, да. А это наша как бы божественная ось, на которую насажены все наши творческие дела и все наше миропонимание здесь, да. То есть выше не идет энергия. Соответственно, это... Получается, голова отрезана, все, психоэмоциональное состояние хирды, без головы. Ну, практически, можно так сказать. Женщина без башки называется, все. Вот, да. Ловите момент. Безмозглые женщины, это женщины, у которых энергия идет вот в бок, минуя голову. То есть, мало того, что блондинка, так еще и почки больные. Да, вот это вот. Это же оттуда первопричина получается. Срочно что-то менять. Спасибо, что есть, Олег. Да, я это все настраиваю. Соответственно, выровняв чакры, пробив эти энергетические пробки, да, открываются каналы, которые одновременно идут вверх и одновременно вниз, бесконечно, сквозь наше тело, пропитывая и насыщая его энергией. Самая первичная энергия божественная, которая нам дана, это энергия кундалини. Она никогда никуда не исчезает и никогда не иссякает. Но надо просто правильно научиться ее управлять и направлять в свои русла, туда, куда нужно. А если, простите, женщина... как ее сейчас называют, фригидная, ну, которая не хочет мужчин, или вот есть какие-то блоки, там,
я не знаю, не источает она собой энергию сладкую, скажем так, вот, которая не хочет. Женщина, которая вообще не воспринимает, говорит, фобия, это ужас, отстаньте, у меня и так все плохо в жизни, еще и вот вы мне тут предлагаете гадости какие-то. Это и есть энергия кундалини, или я ошибаюсь? Нет, это больше психология. Какой-то неудачный опыт, что-то еще, чего-то там. Да, энергия не развита, потому что мы сознательно ее не направляем снизу вверх. А мы должны ей насыщаться, мы должны ее пропускать еще и через партнера. То есть вот так вот как закольцовывать эту энергию. Это, ну вот в тантрических практиках очень часто используется. Но вы ведь выравниваете вот весь стол, получается, все чакры приводите в норму, да? Я вот насколько знаю, вот слышала просто о том, что если одна чакра как-то искажена, то во вторую чакру энергия не пойдет, да? Это, ну, это частично так? Пойдет, но она не пойдет. Вернее, она будет вырабатываться за счет каких-то других, либо душевных стремлений, либо каких-то откуда-то подсос идет, вампиризм, да, то есть эти чакры будут какими-то другими путями насыщаться. Но это же неправильно. Правильно свою божественную энергию настроить. То есть правильно общаться с миром так, чтобы вот эта вселенная насыщала нас. И последний, пожалуйста, вопрос, все-таки не отстану я от вас, пока не добьюсь результата. Хочется мне, чтобы каждая женщина была счастливой, любимой, любящей, и принимающей, отдающей. И вопрос все-таки относительно женской энергетики. Вот вы выстраиваете все чакры, наполняете женщину, получается, энергией. Там. А вот кроме нашей энергии, которая в чакрах, у нас еще какая-то там сверху оболочка, я слышала, есть что-то такое. Ну, да. Это вы тоже с этим работаете? Да, дело в том, что чакры все почему-то про 7 говорят. Их на самом деле не 7, а гораздо больше. 144, ну я даже не знаю, сколько их. Ну, во-первых, они в каждом суставе находятся. Так, вот у нас есть некоторый крест, который еще с плечами. Вот потом в пространстве, да, они находятся. И мы как в матрицу вписаны этими чакрами в пространство. А в нем яйцо, яйцеобразное такое вот. Кокон, да, вокруг нас, это вот наша первая аура. Она, естественно, может быть, ну, ее сейчас, ну, это не чудо уже, ее фотографируют, ее в 3D там измеряют, она может быть обкусана, она может быть урезана, она может быть, от нее отток идет энергетики к каким-то присосавшимся сущностям, или наоборот, видно, как вот мобильный телефон, как он влияет на то, что, ну, прям кусочек отрезан. А если сделать вот этот энергетический массаж и коррекцию, да, энергетики, то, по сути, женщина уже, как бы, получается, все время наполнена, да? То есть вот, у нее нет энергетических там пробоев, дыр нет, да, в энергетике? Да. Правильно я понимаю? Может быть, я ошибаюсь? Нет, они когда-то появятся пробои, но вот ты вот все к этому подводишь, и сейчас мы как раз скажем, что оказывается при этом состояние наполненности, да, все как бы в мире случается само собой. И работа идет, и муж на белом лимузине находится, и все остальное, все притягивается в жизнь. То есть и счастье, и радость, и женщина себя чувствует наполненной, и веселой, и да, при этом еще и уровень здоровья, да, я так понимаю? И уровень здоровья, да, и личные характеристики своей судьбы, они тоже больше меняются в лучшую сторону. Да. Итак, дорогие женщины, я вам желаю счастья, любви, радости, успехов, финансовое изобилие. И я очень благодарю вас, Олег, за то, что вы поделились с нами такой важной информацией. И welcome, пожалуйста, на коррекцию своей энергетики. Попробуйте, это очень классно. Лучше об этом не говорить, а действительно пробовать и чувствовать на себе. Приходите, сделаем, настроим, и будет вам счастье.